Совместный проект филармонии и драматического театра посвящен году театра. Интригует даже название концерта «Побитый муж или любить по-русски». Изюминка в том, что это опера. В том, что здесь не будут драматические куски, но в то же время применяется оперное пение. А здесь будут куски музыкальной комедии, то есть опереты. Затем для нас ново то, что наш оркестр попробует себя вот в яме. В первом отделении показывают комическую оперу Моцарта «Директор театра». По сюжету в театр набирают новую труппу. Артисты проходят пробы, и между ними развивается конфликт. В конце герои соглашаются в одном – успех дороже выгоды. Потому что в Нижнем Тагиле не часто услышишь такое совмещение драматического искусства и вокального. Но мы в восхищении, что в этой вокальной группе силы есть Тагильской филармонии. Приятное новшество такое. Посмотрим, что дальше будет нам показано. Но здесь, конечно, сильные голоса, хорошие, очень красивые артисты. И вообще наш драмтеатр с приходом Булыгина очень поменялся. Во втором отделении зрители видят оперу Доницетти «Рита». Постановку итальянского композитора заложена узнаваемая русская народная мудрость. «Разбьет, значит, любит». Музыка сложная, это Доницетти, и требует высокого мастерства исполнения этой партии. Теноровая, очень сложная, и здесь три персонажа, все главные. И как бы весь спектакль на сцене все трое, которые должны держать публику в течение часа, не отпускать и не давать возможности даже в сторону повернуться или зевнуть. Вот есть такой жанр музыки, как романсы. Они коротенькие, но очень сложные. И нужно вот в таком маленьком формате донести как бы много очень смысла. И вот такие же спектакли маленькие, они хороши тем, что зрители не устают. Я думаю, что, может быть, вот этот маленький спектакль, может быть, где-то какое-то зарождение чего-то того, что в Тагиле, может быть, появится музыкальный театр. Почему нет? Я очень рада, что именно вы на нашей премьере, которая, я надеюсь, потом действительно перерастет в музыкальный такой жанр, театральный, который будет дальше у нас существовать в городе. Это первый опыт, когда оркестр реально, как театральный оркестр музыкального театра, играет в яме, актеры находятся на сцене. Это большое полотно, которое не дает расслабиться музыкантам ни на минуту. В целом, я считаю, что и оркестр, всего для нашего такого премьерного показа мы с этими задачами справились, поэтому у нас есть новые идеи, новые цели, думаю, к которым мы будем дальше стремиться. Музыкальный театральный вечер оставил приятные впечатления. Филармония и драматический театр планируют и в дальнейшем создавать совместные проекты.